Здравствуйте всем. Так, переключаемся. Неправильно переключился. Сейчас, ребята. Вот так вот. Вот, здравствуйте всем. Здравствуйте. Добро пожаловать на мой канал. С вами я, Родион Митрошенко. И сегодня мы будем строить. Вот. Спасибо за услугу, лошадка. Мне нужно тебя провязать сначала, во-первых. Где это у меня? Склад у меня. Вот. Иди сюда. Оп. Мы находимся на грибном биоме. В грибном биоме, кстати. Очень далеко от дома. Тут я выращиваю незерские деревья. Так, это у нас бэкапные. Так сказать, как его называется-то, коровы бэкапные, в общем-то, тут выращиваем у нас пшеничку. Какая отвратительная погода, ребята, дождливая. Так, заходим домой. Звук пишется. Ага, экран захватывается. Давайте поспим. Ага, я не могу поспать. Потому что... одеваем нашу броню. Самую стильную броню. Оп. Так, берем наши инструменты, во-первых. Инструменты какие-нибудь. Так, инструменты, понятно? Ага. Так, оружие. Погнали. Так. Кстати, насчет инструментов. Так, где это было? Вот оно. Так, берем. Ага. Делаем вот это. Сразу же делаем, вот это вот делаем. Так, ложим это все обратно. Так, железо обратно. Оно, может быть, не убирать. Оно, кстати, нам пригодится. Ладно, пускай лежит. Потом еще раз возьмем, когда понадобится. Тут у меня секретная... Проход есть, ребята. Вот. Секретный проход специально. Тут у меня это самое. Я тут кое-что делаю. Секретно. Я тут занимаюсь изготовлением зелек. Вот. Так, мне нужно раз, два, три. Раз, два, три, как раз. Так, Так. Вот. А, можно не ставить даже. Освещение уже есть. Ага, тут оно не работает. Вот так вот, я понял. Здесь мы зельки варим. Подожди, давайте поменяем шейдеры, кстати, настройки. Или я не поменял. А, у меня только эти шейдеры стоят, окей. Ладно. Так, пока что положим это все сюда. Так. Камень.
Значит, мне нужно будет воронки, много воронок, значит, во-первых. Воронки нужны будут. Печки с... нет, печки не нужны будут. Воронки нужны. Значит, а для воронок нужно что, правильно? Железо, значит. Изготавливаем железо. Ой, изготавливаем. Ну, вот так вот делаем просто, типа, пока что. Значит... у нас тут проблема с деревом. Угу. Это плохо, кстати. Так. Это очень плохо, значит. Воронок много делаем. Так, 16, надеюсь, хватит хопперов. Я посмотрю, сколько там хопперов нужно было. Сейчас я с самого начала помотаю видео. Чего? Почему три? Там неправильно, кстати. Да, там надо... значит, давайте обратно все превратим в блоки железа. Нам нужно будет сундуки. Ну, можно было, конечно, бочками использовать, но ладно. Давайте сундуки будем использовать. Вот когда моржанки завезут, это самое... сундуки по... Каким называется-то... По типу, хочу сказать. По его какие пленки, такие и это самое. И сундуки должны быть. Так, значит, погнали вниз строиться, значит. Оп. Так, коврики. Давайте пока что коврики поставим сюда. Так, тут у нас печка стоит. Не печка, а этот самый стоит у нас. Ой. Так, значит. Мы будем строиться, давайте в... Вот в ту сторону будем строиться. Опа, кстати, халявный уголек. Спасибо. Это вообще четко. Уголь это хорошо, кстати. Ага. Теперь надо все это заделывать. Так. Теперь придется все это заделывать, как его называется-то. Так. Так, все это мы ломаем аккуратно. Оп. Так. Пусть стенка, кстати. Можно было, кстати, и не ломать. Ладно. Так. Нам нужно еще прокопаться вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ладно, еще копаем. Вот. Угу. Так, значит. Давайте поспим. Так. Какая замечательная погода, ребята. Дождика нету.
Так. Уголь потом пригодится нам. Нам нужно сейчас в данный момент. Сейчас я посмотрю, что нам нужно было. Так, нам нужно будет сейчас... так. Камень. Во-первых. 23 многовато. Подожди, у меня где-то было... уже. Вот, две штучки уже есть. Так, значит. Так. Вот. Замечательно. Воронки есть, сундуки есть, окей. Погнали дальше. Так, значит, нам нужно дальше что будет? Так, а, освещение нужно будет поставить обязательно. То, что я выложил. Так. А, и строительные блоки. Вот, будем давайте с этих строить строительные блоки. Использовать, кстати. Давайте пока что поставим вот так вот. Так, это в какую сторону идет? Ага, это в эту сторону. Я понял. Давайте тогда... Ну, допустим, вот так вот построим. Давайте. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. Я понял. Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Такое сделать, кстати, мы можем. Блин, тут проход у нас стоит. А я просто вот так вот сделаю. О, кстати. А что бы и нет, ребята. Я придумал. Мы можем просто тупо вот так вот поставить. Так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ай-яй-яй, не вмещается, еще надо раскопать. Девять. Вот. Значит, печки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять печек. Так, девять печек. Так, 9 печек у нас стоят. Ну, уже схема половина готова. Так, что там дальше надо было делать? Потом редстоун блоки еще нужно будет и ядрит колотить. Это очень дорого, кстати, редстоун блоки. Так, дальше у нас, так, все это разбираем аккуратно. Давайте даже побольше разберем. Так, ставим сюда. Вот так вот. Конечно, вот так вот ставим. Ага. Да-да, ребята, вот так вот. И ничего не получается, вот так вот. У нас не хватает воронок теперь опять. Так, значит, воронок не хватает. Сейчас мы еще тогда воронок нафигачим. Значит, воронки, ага. Вот себе дерево. Да, нафигачим, конечно, ребята. Так, у нас проблема с деревом теперь. Прямо надо это самое, как его называется-то? Надо было бамбук сюда посадить, кстати.
Надо было сюда бамбук завести. Такс. Дерево. Так, значит. Оп. Оп. Вот шикарно. Так, теперь у нас есть. Значит, одно будет у нас. Ага, это выгружать топливо. Ой, топливо будет выгружать. Выгружать. Подожди, а я могу, знаешь, что сделать? Кстати, я могу просто тупо вот так сделать. Вот так смогу сделать просто. И он будет сразу же сюда выгружать. Вот эти вот две сразу будут сюда выгружать. Просто тупо. Я могу, конечно, воронки поставить, чтобы... Я мог, конечно, тупо воронки поставить сюда, вот, раз-два. То есть не воронки, а сундуки раз-два. 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 И раз-два. То есть я мог тупо поставить сюда вот, и он бы каждый сундук бы собирал бы, а не по... Вот так вот шел бы по линии. Ладно. Давайте посмотрим, что там дальше надо делать. Окей, нам нужны еще воронки, то есть нам недостаточно воронок, надо так, еще воронки. Я не знал. Вот, сколько воронок требуется, много, ребята. Так, тотем возвращаем обратно. А то всякие тут дурачки ходят. Надо это самое. Так. Так. Так, вот с той стороны, где у нас, вот с этой стороны. Значит, вот с этой стороны, вот строительные блоки нам нужны будут. И вот это вот надо будет разобрать. Опа. Подожди, а он... Да, мне это еще рановато переплавлять. Так. Подожди, где-то у меня были подмостки. Так, где-то были подмостки. А почему тогда у меня здесь это самое печки стоят? Я мог просто тупо отсюда печки взять. Ладно. Значит. Кусочек золота. Значит, положим сюда пока что. Так. Значит. Пожалуйста, зачем я пришел тут? Я забыл, зачем я шел. За подмостками. И за строительными блоками. Какими-нибудь другими. Строительные блоки какие-нибудь другие. Так, вот. У меня три подмостка есть. Всего лишь три только. Маловато что-то. Ладно, так, еда. Строительные блоки. Так, строительные блоки. А что у нас есть по строительным блокам? У нас проблема по строительным блокам. Redstone, кстати. Давайте ух ты, сколько редстоуна у меня тут. Так, редстоунные блоки нужны будут. Значит. Так, редстоуновое. Вот это вот сделаем пока что. Так, два редстоунных блока. Так. А, покушать надо. Так, где это у меня? Покушать. Вот, халявное покушать. Во. У меня артефакты есть, ребята. Так. Оп. У меня различные артефакты есть, которые... ой, зачем я пошел вниз?
которые помогают очень сильно. Так, здравствуйте. Так, строительные блоки мы делаем, допустим, то поле дипслейт делаем. Здравствуй, Муся. Так, поле дипслейт, значит, значит, ставим сюда строительные блоки, залезаем и ломаем все это вот, потому что так. Так, стенку можно тоже сломать немножко. Потом починим, если понадобится. Вот это вот тоже ломаем. Угу. Так, сейчас посмотрим. Так, тут у нас вместо топлива закинулось оно. Надо проверить, кстати, все эти... О! Окей. Печки надо проверять, а то... Так, значит... в эту сторону строим. Сейчас. Печка довольно большая. Ну, как большая. Так. Так. Так, значит, строительные блоки. Берем полиш вот этот. Допустим-то. Строим. Вот так вот. Такую фигню строим. Так, значит. Так, что там дальше надо было? Ага. Я понял. Тут не два, а три надо. То есть три вот этих вот поставить. Но потом надо будет... Окей. А идемте за... Сейчас самое... Так. Идемте. Механизмы. Так, рейлы нужны будут. Повер рейлы. Так. Так, за... Так, дерево. Вот, палочки, отлично. Ага. Редстоун, пожи. Так, редстоун. Это железо мне нужно... Ой. Литематику уберите отсюда. Железка. Так, слитки мне нужны будут. Так, делаем вот это вот, во-первых. 64, о, уже дофига. Так, золото у нас есть. Золото, ага, есть немножко золота. Так, золото. Значит, золото, редстоун у нас есть. Так, делаем 23 штучки. Ну, хватит нам. Окей, теперь вообще достаточно. Палки сюда все ложим. Так, значит, дерево ложим сюда. Железо сюда. Голд ложим сюда пока что. Так. Такс. Так, мы можем сюда закинуть что-нибудь, я не знаю. Пускай валяется. Ага. Сейчас он должен пережариться, по идее, и сюда вот закинуться, правильно? Да, вот камушек приехал сюда уже. Готовый камушек. Мы можем пережарить. Давайте камушек пережарим. Здесь. Пускай камушек пережаривается. Знаете, давайте весь камень закинем. Пускай жарится камушек. В гладкий камушек. Так, значит. Ой, я не с той стороны подошел, значит. А идемте в эту сторону. Подмостки, пожалуйста. Чего? А где еще одна штуковина? Чего? И говорит, что она в печке. Ядрит батон. Она в печке оказалась. Так, это нам не надо, чтобы она была бы в печке. Почему у меня камень тут стоит на быстром слоте? Мне не надо быстро, на быстром слоте. А на быстром слоте мне нужно, чтобы
Я мог посмотреть крафт, быстрый слот, это... Вот, быстрый слот, и там мне нужно вот это на быстром слоте. Вот это... Ну, пока что все. Ну да, компараторы тоже пускай будут на быстром слоте. Ладно, вот, вот это все. Вот это. Вот. Пускай вот это вот будет все на быстром слоте у нас. Я мог, конечно, все поставить на быстрый слот, чтобы он... Но это вот много места занимает здесь. Чтобы я мог рецепт быстро посмотреть. Вот. Значит, ставим сюда два... Так, что там надо было ставить? Два редстоуна. Ой, два... Я понял. Два вот этих. Потом вот это вот одна штучка. Вот. Одна штука вот эта. Ага. И не одна штука. Я неправильно сказал вам. Тут надо вот этим вот поставить. Ой. Куда я поставил? Так. Значит, вот так вот ставим все это. Вот. Так. Так, снизу. Так, снизу мы ставим то же самое почти что, только вот так. И вот так вот. Так. Почему он коннектится? Он не должен коннектиться, кстати. А чтобы он не коннектился, надо вот так вот поставить. Вот теперь он не будет коннектиться. Почему? Вот, теперь не коннектится. Замечательно. Замечательно. Теперь он не коннектится. Можно... Так, камушек у нас пережаривается. Да, камушек пережаривается. Так, погнали дальше. Значит. Такс. Ага. Так. Вот с этой стороны, кстати, мы... Он пока что оставил. Вот так вот. Так. Так. Так это мы ломаем. Окей. И ставим, допустим, вот сюда камушек. И сюда камушек ставим. Вот. Так, и ставим сюда вот... Ставим редстоун блок. Значит, редстоун блок ставим вот сюда. Так, пожи, где мои эти самые все? А где еще одна штука? Не говори, что она опять в печку уехала. Да, она в печку уехала. Так, тут камушек жарится, да? Да, камушек жарится сейчас. Так. Чего? Чего нафиг?
Я просчитался, кстати. Надо будет перестроить вход теперь. Ладно, неважно. Это я уже за кадром перестрою. Или при вас, кстати, могу перестроить все это. Значит, давайте мы... аккуратно все это расчищаем. Так. Кстати, я мог Silk Touch. У меня был Silk Touch. Вот это вот не ломаем, кстати. Это что у нас? Земля? А, это просто земля. Ага, я понял. Я думал, это тот самый, как его? Я думал, сова, хотел сказать. Я понял, это не этот самый мицелий. Я понял. Так. Это не мицелий. Окей, потом это все заделаем. Так, какой отвратительный звук здесь. Так, а что там дальше надо было делать-то? Так. Так, сколько этих самых надо рейлов? Слишком много рейлов нужно. А, кстати, на 1.20, что там будет, 1.20.21.2, я еще не ошибаюсь, там что-то, какие-то механики меняются вообще. Лютые какие-то механики. Так, минуточку. Давайте посмотрим, что там дальше надо делать-то. Ага, я понял. То же самое, то, что мы и там делали. Вот так вот надо построить. Вот. Чего? Серьезно? Короче, теперь надо вот тут вот центр найти. А, и поставить. Так, значит, центр. Знаете, это 4 с каждой стороны получается, правильно? Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. 4. Вот тут вот центр, вот центр. Значит, вот тут вот центр у нас находится, вот. Ставим вот это. Так. Значит, так, ага. Так, ага, это мы не будем пережаривать, кальцит. Полишь кальцит, он не Да успокойся ты, с кальцит пережаривать. Полишь гранит. Я не понял, пожалуйста, а чё... Ладно. Хочешь пережаривать, пускай пережаривается. Окей, пускай пережаривается. Если хочешь пережаривать камушек. Пускай камушек пережаривается в
Постой, камушек. Значит, камушек весь мы пережариваем. И здесь мы ставим редстоун блок. Вот так вот, редстоун блок ставим. Он запитывает, как и вот эту вот запитывает. Так же самое вот. Он будет придавать ускорение нашей вагонетке. Так. Пу-пу-пу. Так. Значит, сейчас забираем наш... так, с механизмом забираем наш... О, кстати, майнкарты берем. Да, майнкарты берем с механизмов. Ага. Забираем, конечно. Забирать-то забираем. А вот... У нас опять закончились эти самые, да? Воронки закончились. Так. Так, залезаем в Netherwood, так сказать. Так. Значит, вход идет Netherwood. Теперь. Уже. Так, строим... хопперы. Строим две штучки вот этих вот. Так, что там надо было еще? Так, железка сюда ложим. Так, это палки, это железо. Так. Так, палочки, кстати, палки, палки вот сюда. Делаем сразу же, как его называется-то, вот это. Так. Факела редстоун делаем. Так, мне нужно еще дерево. А, для воронок. Ой, тьфу, не для воронок, а для... Просто для сундуков. Так, делаем. Вот. Значит. Спускаемся вниз. Так. Поднимаемся опять. Так, ставим сюда. Ага. Я понял. Молодец, кстати, я. Так, погнали. Полублоки, кстати, нужны будут нам. Давайте использовать... вот. Да, у нас тут много полублоков и... Так, ступеньки у нас есть. Так, спускаемся вниз. Значит, полублоки. Погнали. Значит, оп, полублоки. Так. Так. Так, майнкарты. Ставим майнкарты. Ага. Вот. Так, тут у нас пережаривается... камушек пережаривается. В стоун пережаривается, допустим. Так. Мы можем вот это вот, кстати, убрать. Вот этот вот блок. Бля, он... Не говорю, что он подобрался. А, нет, не подобрался, окей. Угу.
Тут так заходишь, и сразу мегапечка стоит тебе в лицо. Прямо. Так. Так, я посмотрю. Кстати, он не убирал отсюда вот это вот блок. Вот. Сюда одну можно поставить. И по идее у нас все готово. То есть если я сюда закину булыжник, он заполнится. Вот, он должен заполниться. Давайте мы все, весь булыгу заберем, всю булыгу. Ой, да. Вот. И закинем всю булыгу вот сюда вот наверх. Он заполняется. Вот. Давайте возьмем, как его называется-то, палочки. Давайте возьмем палки и сейчас я найду дерево, найду, хочу сказать. Да, дерево я найду, конечно, ребята. Да, 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 найду. У нас тут проблема с деревом. Так. Я, конечно, могу по это самое срубить вот эти деревья. Ну ладно. Так. Вот. Табличку возьмем, чтобы не перепутать. Знаете, сюда вот, ребята, будет топливо у нас. Тут топливо. Допустим, у нас топливо будет палочки в этот раз. А здесь у нас то, что мы будем пережаривать. Вот. И по идее, печки у нас пустые. Оп, забираем. Все. Вот. И запускаем механизм. И печки все заработали. Камушек идет. И все равномерно по 8 распределяется. А везде все равномерно. А видите, 10, 10, 11, 12. 13. И все равномерно распределяется, ребята. По печкам. И все пережаривается. Так, 3. Ага. И везде топливо тоже. Тут у нас. Почему 15? Интересно, тут 13. А, потому что он пережарился. А, вот. И камушек весь пережаривается. Мы можем весь камушек остановить механизм этот. Допустим, остановим механизм, посмотрим, он пустой. Да, мы можем просто тупо сюда все загрузить. Весь камушек. И делать этот самый, как его называется, это смут камень. Он сейчас по всем воронкам вот разгружает. Сейчас он все заполнит. Вот это вот каблу заполнит. Так, погнали. Давайте мы все это украсим. Значит, палки нам больше не нужны. Значит, палочки идут сюда.
Железка нам не надо больше пока что. Так, отправляется обратно. Механизмы. Все механизмы отправляются сюда. Так. Кстати, можно было поставить... окей, редстоун. Так, редстоун. Можно было там поставить... как его называется-то? Вот левер, чтобы отдельно было бы. Так, туф. Туф, кальцит, камень. Давайте еще будем делать. Заделаем все это. Гранит. Ага. Давайте из гранита. И диорит, кстати. Андезит еще есть у меня. Ничего себе. Вот это я богатый человек, ребята. Давайте с диорита. А, кстати, надо двери закрывать за собой. Так, а я могу сделать... Ладно, не могу сделать. Делаем... Эндезайт. Так, полиш андезит. Вот. Так, значит... Камушек пережаривается у нас. Стоп. Стоп, машина! Так, значит, это полиш... Ой, нет. Камень, булышка. Так, посмотрим. Ага. Так. А там... Ага. Я понял. Запускаем шайтан-машину. Так, запускаем шайтан-машину. И шайтан-машина пошла... так сказать, пошла работать. Шайтан-машина. Ой. Так. Значит, шайтан-машина, та шайтан-машина. Мне надо придумать, как это всю эту шайтан-машину замаскировать, ребята. Надо все это замаскировать как-то. Блин, а я думал, почему я так много выкопал здесь? Оказывается, мало. Значит, ломаем все вот это вот. Так. Так, надо перестроить ступеньки теперь. Потому что... Надо выход перестроить. По-другому. Так. Вот. Ага, прямо в печку попадаю, да? Так. Так, smooth stone пережаривается у нас. Красиво горит, ребята. Так, значит, я хочу посмотреть, я могу... Мне просто интересно, ведь я могу по отдельности, то есть фуил по отдельности и топливо. То есть я хочу, допустим, запустить только вот это вот. Ой. Ага, запустить, молодец я. Вот, запустите вот это вот я хочу только. Сейчас. Тогда вот это вот надо будет сломать. Если я по отдельности захочу запустить, вот. Теперь он запускается только вот это вот. По отдельности.
Вот. А это у нас топливо. То есть мы можем отдельно топливо запустить. Это, конечно, хорошо, что оно одновременно и топливо, и это запускается, но немножко неудобно, в общем-то. В том, что лучше всего, если оно будет по отдельности запускаться. Вот. Так. Так. Ага. Так, мне нужны ступеньки. Любые ступеньки из... допустим, из... Вот этого вот пускай будет. А что бы и нет, ребята. А что бы и нет. Значит, заделываем предыдущую отверстие неправильной формы. Значит, сюда мы ставим освещение, во-первых, потому что нифига не видно. Темно, как в одном месте, да? Поднимаемся наверх. Кстати, надо будет передвинуть вот эту вот фигню. Вот эту вот фигню надо передвинуть. Она очень сильно мешает, прямо. Я даже не знаю, куда поставить ее. Crafting table. Ладно, пускай здесь... да, пускай здесь стоит crafting table. Бесполезная фигня стоит опять. Fletching table. Моржинги, когда вы fletching table сделаете, а? Моржинги. Косорукие обезьяны там сидят. Сколько уже прошло, они могут fletching table никак сделать. То бандлы, то fletching table, то еще что-то в этом самом экспериментальном... как его называется? Хотел сказать билде, но... В этом экспериментальной версии, вот, правильно. То есть... Так, значит... Так, земля. Заделаем все это вот. Оп. Чтобы было бы красиво. У нас. Вот. Так, мы заходим сюда. Так, попадаем, значит. Ага. Тут мы заделываем все это обратно. Подожди, ага, заделываем. Молодец, а как попасть? Замечательно. Так. Значит. Сейчас придумаем. Так, ставим вот это. Мы можем просто тупо... Вот. Заделать все это. Двери надо поставить сюда. А у нас есть двери. Ведь я крафтил двери где-то. А вот двери есть. Двери есть, но вы держитесь. Так, значит. Ладно. Так. Так, закидываем сюда. Так, фойл. А это что у нас? Смелтинг. Закидываем смелтинг. Так, останавливаем смелтинг и закидываем сюда вот это. И поехали. Так. Теперь нам нужно попасть вот на ту сторону. Ага, на той стороне у нас. Ага. Так, а зачем вот это стоит здесь тогда? Непонятно. Так, останавливаем шайтан машину, загружаем
Каблу закидываем сюда и камень закидываем простой. Вот камень просто тоже закидываем. Угу. И отправляем в путь. И нам пережаривает этот самый Smooth Stone делается. Так, значит. Тут мы делаем. Так делаем, конечно, так заделываем, точнее, то, что мы раскопали тут. Так, закапываем. Можно с любого блока, кстати. У нас тут это самое, как его называется, это индустриальная. Так, пожалуйста, булыги больше что нет у нас? Серьезно, на что булыга больше не пережаривается нигде? Интересно. Ладно. Так, вот потолок мне не нравится, он слишком уж земляной, я хотел сказать. Так, значит, потолок мы можем. Так, значит, тут красиво, конечно, он катается, но так, сейчас мы все это заделаем. Вот. Так. Так. Куда уехал? А вот он. Так. Поехали. Так. Так, вот это закончилось у нас. Окей, теперь с этого строим, значит. Так, это мы ломаем. Забираем. Так. Так, диорит. Пожалуй, у нас есть этот самый полиш. О, диорит там, кстати. Я его никуда не использую, диорит. Он вообще никуда мне не идет. Так. Вот всю булыгу мы можем. Так, полиш этот самый андезит. Так, андезитом все это заделываем. Угу. Не, я оставлю, в общем. Так. Блин, он, конечно, красиво тут стоит, но не очень-то. Он прям под ногами. Было бы лучше, если вот сюда, конечно, поставить это. Так, а у нас есть с вами. Так, хочу посмотреть, что там у нас. Угу. Кстати, теперь оно. Вот эта вот фигня не тут стоит. Все мне не нравится. Оно очень под ногами стоит. Это вот фигня. Из-под коня. Так, значит, давайте мы это уберем. И поставим куда-нибудь. Вот, огород поставим сюда вот пока что. Пускай стоит здесь. Вот, пускай растет огород у нас тут. Так, закидываем. Так. Вот. Так.
Так, у меня есть еще огород, хотел сказать. Огород. Так, огорода у меня нету, а вот я про где это было? Ага, у меня тут нету. А, это планки такие. Ладно. А из Незера тоже нету. Интересно. Куда все подевалось-то? Я строил там много. Зачем? Блин. Если бы эту вот фигню бы поставить бы по-другому бы. Мешает опять мне. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Ага. Камушек простой. Так, камушек простой мы ложим сюда. И запускаем шайтан-машину опять. Так. Было бы хорошо бы, если бы этот огород бы... Блин. Ага. Тут у нас механизм стоит уже. Тут у нас уже механизм стоит. Пу-пу-пу-пу-пу. Приехали, так называется. Ладно. Мы можем в эту сторону, давайте, построим огород маленький. Пускай огород тогда здесь стоит тогда. Так, выключаем, ставим. Ой, выключаем точнее. Так, загружается, запускаем. Шайтан машину, значит, погнали. Вот. Сюда ставим вот это. Сюда ставим вот это. По центру ставим освещение обязательно. А то ничего не видно. Ой. Так, маленький огород. Пускай растет здесь вот. О, шикарно. Так, значит. Что это у нас тут? Бутылочки. Ага, ботлы. Ботлы это ботлы. Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Чтобы было красиво. Было бы красиво, мы можем поставить вот это вот. Во, шикарно.
сюда поставить. Вот. Блин. Высоко. Слишком высоко. Вот, сойдет. Пускай стоит здесь вот бутылочки пустые. Так, мне нужно тогда поставить сюда... Так, камень простой. Так, камень простой сюда закидываем. Тут надо две двери поставить сюда. Так, камень. Опять двери нужны. Ой. Так, двери. Как неудобно оно тут стоит. Вот это вот. Оно очень неудобно стоит прямо. Оно мне вот... Вот так вот тогда пускай стоит. Тут надо перестраивать опять. Двери. Так. Ставим сюда одну дверь. Ставим сюда... О, окей. Так, ставим. Вот. Так, это у нас печка. Оп. Так, а что у нас по... Так, это почему не запущено? Минутку. Ага. Я просто тупо не... Так, запускаем шайтан-машину. Так, по освещению что у нас тут? Все окей, по освещению пока что. А пока печки работают. А когда печки не будут работать, они будут... проблема у нас будет по освещению. Так. Так, теперь с этой стороны что у нас? С этой стороны у нас... вот, пускай стоит здесь вот так вот. Так, камушек простой. Так, мы будем использовать этот полублоки здесь. Туфовые полублоки. Так, сюда мы поставим вот это. Для красоты. Так, загружаем вот это. Такс. Кстати, я могу его поставить, знаешь, куда? Вот туда вот. Да, могу поставить. И не е мозг. Не буду ругаться. Вот. Все. Замечательно. Булыга, а что ты тут делаешь? Так, Булыга, до свидания. Ты меня... выключаем шайтан-машину, загружаем Булыгу, ставим туф. Так, все из туфа ставим. Вот, запускаем шайтан-машину. У нас туфа много, пускай стоит. Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем вот так вот поставить. Тут, чтобы было красиво. Прямо очень красиво. Ага. Давайте поставим сюда, около входа. Вот. Шикарно. Так. Но я пока что даже не знаю, что тут еще можно улучшить. Но все работает пока что. Нормально все работает. Smooth Stone пережаривается. О, да. Он делается в Smooth Stone у нас. Thank you.
Значит. Так. Это значит. Незер дерево. Это тоже незер дерево. Это у нас простое дерево. Так, это у нас механизмы. Так, надо все это рассортировать обязательно. Потому что... так, дерево. Так, это у нас палочки сюда идут. Палки идут в дерево. Я сказал... в дерево. Вот так вот. Так, механизмы сюда идут все. Так. Камушек. Вот он. Камушек. Сюда весь камушек идет. Полублоки все. Вот сюда идет. Складываем красиво, чтобы было вот так. Планки, сюда. Дерт идет сюда. Это у нас в толсе идет. Так, это у нас в толсе идет. А это в незер планки идет. Освещение, вот. Так, покушаем, во-первых. И сейчас соберем, где у нас инструменты тут. Инструменты. Вот, инструменты. Берем, допустим-то... Настало ваше время, Жора. Так. Так, собираем наш... Так, незер плант. Так, а зачем мне столько много незер вартов? Интересно. Так. Так. О! Вот, шикарно. Так. Так, незерпланты. Закидываем сюда все незерпланты. Ага. 24 этих только. Маловато. Очень мало прямо. Так, незерпланты. Значит, сюда ложим вот это. Бля, зачем мне столько этих самых незавартов здесь? Они мне вообще нафиг нужны. В таком количестве. Так, пускай они перерабатываются. Незаварты. Так, а вот эти вот фиг... А, вот это вот, ладно, это мы оставим. Так. Вот. Так, собираем. И сажаем обратно дерево. Вот. Так, незерпланты. Так. Делаем сундуки. Так, давайте сделаем так, как я хочу. Перестроим немножко. Перестроим. Сюда поставим раз два. Вот. Он будет не в отдельную складываться все. То есть он будет складываться не отдельно, а. А, зачем я тут сломал? Ладно. А, окей. Так. Так, камушек. Чего? Л-
Ладно. Сейчас. Так, механизмы, значит, механизмы это механизмы, значит, одну печку берем с собой, воронки берем две штуки, да? Что еще? Дерево ложим обратно все. Да. Иди отсюда. Приперся он сюда. Так. А, строительные блоки мне нужны будут какие-нибудь. Строительные блоки с собой взять. А, Deepside Bricks. Окей. А, да, тут можно заделать все это. А, ставим сюда... Еще один этот самый. Вот. Так, значит. Так, выключаем шайтан машину. Вот эту. Так, шайтан машину выключили. Значит. А! Я забыл самое главное, ребята. Я самое главное забыл. Сейчас. Это рельсы. Я рельсы забыл, взять с собой. А, это рельсы. А, две штучки у меня будет. А, рельс. Да. Две штучки. Так, спускаемся назад. Так. Так, идемте в эту сторону. Смотрим, как тут построено было. Значит, ломаем все вот это вот. Всю конструкцию опять ломаем. Вот. Так, ставим сюда печку еще одну. Просто тупо печку ставим. И тупо просто оп. Блин, две воронки надо было поставить. Надо было еще одну воронку взять с собой. Значит, так, берем. Вот кто досмотрел до этого места, вот те, так сказать, и получили это самое, так сказать, бонус. Потому что мы сейчас перестраиваем. Так, кстати, улучшаем печку. Значит, так. Почему оно... Ага, потому что оно... Окей. Сейчас. Значит, пум-пум-пум. Как там было строилось? Так. Угу. Ой. Я хочу кое-что посмотреть. Пум-пум-пум. Вот. А теперь он будет отдельно все складироваться. Вот.
Вот так вот намного будет удобнее, кстати. Так, конечно, мы можем сюда стекло поставить, чтобы было еще красивее все это заделать. Сюда можем полублоки. Ой, не полублоками. Так, сейчас. А давайте запрыгнем сюда. Я посмотрю, кстати. Правильно я построил? А, ну да. Оно. Все правильно. Да, оно не должно. Окей. Тогда просто тупо тебе заделываем все это. А, вот. Так. Стенку просто тупо заделываем. Так, с этой стороны. Ой. С этой стороны сейчас посмотрим, что с этой у нас. Ага. Вот. Так, строим. Так. Где это у нас? Строительный материал. Берем весь строительный материал, который у нас есть. И строим из всего, что у нас есть. Вот, шикарно. Так, теперь нам нужно стекло, кстати. Было бы прикольно, если бы у нас было бы стекло. Да, стекла нам нужно будет много. Давайте тогда за стеклом сбегаем. А точнее его... Так, камушек. Так, простой камушек. Это сюда камушек. Этот камушек сюда. Smooth stone. Так, значит, топоры все ложим сюда. Лопату берем с локтачем. Так. А этот камушек куда можно сложить-то? У нас нету. Ладно, пускай здесь лежит пока что. Гладкий камень. Так, погнали копать песочек. Ага, хорошо, что у нас тут есть. Ага, песочек есть. Так. Выкапываем весь песок. Опа. А у нас там на дне. Это что у нас тут? Это гравий, а не песок. Ё-моё. Так. Нам нужен песок. О, вон там песочек есть. Сейчас мы весь песок выкопаем здесь. Какой звук странный. Точнее, и странный, и страшный. Чего? Алло. Лед. Какой лед? Лед не нужен. Мне нужно... сэнд мне нужен. В большом количестве, при том еще. Так, надо покушать. А, покушать мне не требуется. Песочек выкапываем.
Пошли, это песок? А, нет, это камушек. А, вот песочек. Всплываем. О, еще песок. Сейчас мы тут везде выкопаем. Опа. Ага. Так, песок. Так. Так. Так, опа, песок. Забираем песочек. Ага. Песок. Отлично. Ай. Я про воду забыл. Песочек. Так, всплываем. Оп. Здравствуйте, лошадь моя. Здравствуйте. Что? Правильно, кто не подписался, тот дебилы, блять. Так. Так что подписывайтесь на мой канал. Значит. Так, туз. Так, уголь. Да, это я уже слишком, наверное. Так, это мы делаем угольные блоки. Значит, угольные блоки ложим обратно. Погнали пережаривать этот самый песочек. Кстати, меня смотрят больше 90% без подписки. Вот. На канал. Так, загружаем песок весь. Так, песок загрузили и поехали. Тут пережаривается камушек везде. Ага. Так, камень пережаривается. Почему камень здесь? А, я понял. Тут камень завершается. Я понял. Ладно, пускай камушек тоже пережаривается. Давайте покушаем. Так, берем топор, как в этой частушке было. Из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Так, погнали. Так, закидываем вот эту фигню. Так, нам нужно... Так. Вот зеленые грибы. Вот эти вот. И они должны... Я сказал, Какая большая фигня выросла. Так. Так, тут красный гриб, это не будет расти, правильно? Ну да, он не будет расти, потому что он красный. А нам нужен зеленый. Да, почему красный? Вот. Зеленый ж. Так, расти, зеленый ж. Во! Шикарно.
Ух ты ж, здравствуйте, называется. Так. О, ты куда? Алло. Ладно, пускай растет. Нифига себе, какое гигантское. Значит, это сюда закидываем. И перерабатываем опять. Вот это вот варпет. Штуковину перерабатываем. Значит. Так, это зеленая. Это красная. Да, это красная фигня. Это красная фигня, это зеленая. Так, назад. Вот это сюда. Окей, это сюда закидываем. Так, мне нужно 10 штук. Так, пускай будет 20 штук. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Я сюда поставлю. Оно видно. Воронки. Ну ладно, пускай будет видно воронки. Вот. Так, стекло у нас. Вот, стекло есть. 42 стекла. Вот. Так, стекло. Это чтобы всякие дурачки это самое не лазили, а по, как его называется это, ай блин, тут стена, морозотная стена тут. Двери. До свидания. Как там было? Це остаточно прощевай. Двери. О, кстати. Оп. Хорошо, что на одну он блок был больше. Так. Вот, шикарно. Так, стекло, значит, ставим стекло сюда. Ага, стекло. Стекло. Так, ломаем эту фигню. Ага. Ставим стекло. Вот, шикарно. Так, полублоки. Так, а я могу сюда поставить фигню эту? Ага, я смогу проходить. Я понял, я смогу проходить. Только сейчас мы это сломаем. А, зачем я ломаю, если у меня топор? Ладно. Давайте тогда сделаем вот. Тогда не будем делать все это. Просто тогда вот это вот закроем. Вот так вот, и все. Вот. Шикарно. Во. Теперь у нас печка. Вот, теперь вообще шикарно выглядит. Презентабельно, так сказать. Так, откуда я взял стекло? Я... Откуда я стекло брал? Я отсюда, да, наверное, брал стекло? Наверное, да. Потому что тут везде... Ладно. А ну что, стекла больше нету? Не говори, что я что все стекло пережарил-то. Почему тут 60 песка тут? Почему он так неравномерно распределился? Это песок весь. С какого это... перепуга, я извиняюсь. Он неравномерно загрузился. Это весь песок. Он должен равномерно распределяться. Песочек.
подождем, пока он загрузится. Ага, загрузился, окей. А, запускаем шайтан машину. Во! Другое дело, теперь все равномерно жарится везде. Шикарно. Во! Все окидоки. Так, подожди. С какого перепуга? Минуту, где это был? А, тут камень простой. А, все правильно. Камень. Камень сюда загружаем и... Это тоже загружаем. Пускай пережаривается все это. Смут камень. Красиво, кстати, шейдерами выглядит. Эти печки. А, давайте вернем вот эти вот, какие он называется-то. Вот так вот, поставим сюда. А тут слишком темно. Смотри, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ага. Значит, раз, два, три, четыре. Вот. Теперь ровно оно стоит. Во. Шикарно. Все механизмы работают. То есть механизм работает, все пережаривается шикарно. На этом можно и пополощаться, кстати. В общем-то, ой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте лайки. Чтобы не пропускать мои трансляции, нажимайте колокольчик, вот. Комментируйте обязательно, ребята. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Вот. Пока-пока, ребята. Вот.